Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Raid Heroes Total War. Командир, в лесу замечены гоблины. Король, разберитесь с этим. Мы готовы, жми на кнопку бой. Окей. И как же у нас выглядит эта игра? Вот такая вот рисовка. Расставьте ваших героев на нужные позиции. Положение героев может определить исход битвы. Так, это мой, кстати, главный герой. Я выбрал себе ниндзю. Так, он у нас убийца. Так, битва. Ага, вот таким вот образом все это происходит. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, гоблин. Не надо буянить. Давай, малыш, ниндзя. Убийца, ты же убийца. Все, молодец. Победушка. Так, забираем. Ёлки-палки, мне выпадает эльф. Забрать, конечно же. Собирай карты героев, чтобы нанять и повысить героев. Так, герои. Улучшай героев, чтобы продвигаться дальше. Что, я могу улучшить его, что ли? Ага, двойной удар. Прокачиваем. Закрываем. Рейд. В бой. Правильная тактика может изменить исход боя. Поменяй скорость героя, выбери лучший момент для удара. Так. Угу. Скорость. Ну, скорость у него, я смотрю, 4. Так, ладно, мы его сейчас поставим вот сюда. Да что ты? Я не могу ничего с ним сделать, друзья мои. А, вот как. И что же это мне даст? Ну, предположим, пускай вот так вот будет. Поехали. То есть мой герой еле-еле идет. А гоблин бежит. Так, тихо-тихо, он уже, смотри-ка. Я думал, сейчас нам врежет. Нет, по-моему, он тут проиграет. Да, мы должны выиграть здесь. Ну, последний удар, дай ему. Во. Победа, а кто бы сомневался бы. Приветствую славного командира. Это что у нас еще за ночная фея тут прилетела? Кто ты? Что тебе нужно? Гоблины разорили мой дом. Позволь присоединиться к тебе и отомстить. Я никогда не против. Что ты умеешь? И я знаю кое-какие заклинания и смогу исцелить любого. О, вот это хиллер у нас получается, да? Базовое значение 75 максимальное. Без учета артефактов. Ну давай прокачаем, наверное, лечилку. Все, больше мне не хватает финансов. Окей. И что дальше? А дальше мы, наверное, с тобой должны сделать рейд. Вот так мы с вами будем продвигаться потихонечку, я смотрю. И в конце нас ждет, видимо, какой-то главный босс, что ли. Поехали в бой. Подожди-ка, а почему мне не дали лучника? Объясни мне, пожалуйста, а? Почему это так происходит все? Фея, куда ты... Дуреха. Куда ж ты полетела? Ее сейчас уничтожат. Ой-ой-ой, друзья мои. Хотя нет, она успела похиляться. Это ей повезло. Значит так, мы с тобой делаем в следующий раз скорость у феи очень маленькую. Мои разведчики доложили неприятную новость. Докладывай. На границе королевства объявился черный повелитель. Не может быть, о нем не было новостей 1000 лет. Выдвигайтесь и узнайте, что там на самом деле. Ох ты, мы с ним должны драться. Погоди-ка секунду, а я ведь... Вот это у нас взято. Почему я не могу взять лучника? Странно. Ладно. Давай-ка мы с тобой, наверное... У нас задачи выполнены. О, спасибо. Еще. Эти гемы для чего-то нам понадобятся. Судя по всему, у нас есть замок даже свой. Одержать еще 3 победы в рейдах. Одержать 17 побед в рейдах. Окей. Мне скучно, хочу зрелищ. Постройте арену в замке. Как я тебе ее построю, если у меня нет даже замка еще? Не скучай, парень. Все будет когда-нибудь. Да что ж такое-то? Берегись, в засаде вражеский стрелок. Нужно добраться до него как можно скорее.
Так, ты у меня пойдешь сюда, скорость я тебе увеличу. Поехали. Смотри, куда он убегает. Ох, елки-палки, ничего себе. Так, давай-давай, лечи. Лечи, говорю. Только в бой не встревай, пожалуйста. Отлично, молодец. Маленькая фея справилась со своей задачей. Мы связали в плен сумеречного эльфа и свиты повелителя. Он подтвердил возвращение повелителя. Продолжай собирать армию и выдвигайся навстречу захватчику. Продолжай собирать армию. Тебе легко сказать. Я, например, до сих пор не могу понять, почему вот этот вот стрелок никак ко мне не присоединится. Так, отряд 2 из 9. Что же мне надо сделать? Мне, наверное... Ну-ка. Давай посмотрим, что у него тут внизу. Да ничего нет у этого эльфа. То ли я могу как-то поменять. Пока непонятно мне. Ладно, давай очередной бой. Тут у нас какой-то гоблин лысый, противный и ужасный. Погнали. Ну, давай, бомби его. Да эльф, куда ты лезешь-то в битву-то? Ты же лекарь, ты должен позади стоять и наслаждаться. Эй, пока ты совершаешь рейд, на замок могут напасть. Выставь стражу в замке. Так, замок. Стража. Расставь ваших героев на нужной позиции. Ну, давай вот сюда. А фея будет сзади летать. Что? Фея, говорю, будет сзади, вот так вот. Сохранить. Данные сохранены, вернутся в меню. Да. Это, я так понимаю, на всякий случай, да? Ну, а мы с тобой продолжаем наш рейд. Ёлки-палки, их здесь двое уже. Так, я выполнил задачу. Знаешь, что я хочу сделать? Ведь мы можем как-то с тобой прокачиваться, верно? Так, улучшить. Живучесть, урон в секунду, скорость. Так, у нас с тобой есть монетки, поэтому я все в урон вкачаю. Блин, надо было, наверное, фею прокачать маленько. Ладно, не беда. Че, поехали в бой, друзья мои. Так, фея, давай-ка мы тебя вообще взад поставим и скорость тебе вот такую сделаем, чтобы ты еле-еле плелась. Погнали. Так, хорошо. Блин, там этот на подходе. Вот сейчас они вдвоем-то тут мне устроят трепку. Фея, ну и... Да куда ж ты... Вот ей не мется-то, вот сейчас получит, а? Господи, лезет она, мстительница тоже мне нашлась. Так, забираем. Для войны нужны ресурсы. Развивай замок, чтобы получить пассивные доходы и героев. Замок, да? Для начала построй ратушу. Мне хватает. И что же я буду получать? Монетки, судя по всему. Окей. Так, больше улучшить я не могу. Я пошел, пожалуй, опять в рейд. Знаешь, это, похоже, пока еще идет обучение, друзья. Все довольно легко. Так, давай. Уровень, правда, не покажен, у кого какой. Кстати, здесь можно было из героев взять очень много. Там был и рыцарь, и паладин, и варвар, и маг. Но я почему-то взял ниндзю. Хотел поиграть за него. Так, победа. Так, следующий бой. Опять же здесь двое. И скоро уже будет первый босс. А я, так сказать, еще даже не подготовился. Давай-ка мы фею еще с тобой замедлим. Уж больно быстро она передвигается. Вот, вот так вот пускай идет. Еле-еле. Так, тихо, вдвоем подошли. Медик, лечи, лечи. Так, что-то мне не нравится все. Меня все толкают, толкают, толкают. Надо вот этого вот, у которого мало хп. Ну, есть. Двоих сразу, прикинь. Молодец. Так, здесь опять двое. У меня сколько? Так, рейд пройден на 2% всего. Почему так мало? Дай-ка я, знаешь, что сделаю? Вот здесь улучшение сделаю. И фею нашу, лечение. Прокачаем ей. Так, и урон... Нет, урон в секунду, и это ей не нужно, это уж точно. Забираем с тобой здесь гемчики. У нас в магазине что-то есть, бесплатный сундук. О, 124 монеты дали.
Слушай, вот это хорошо. Смотри-ка, у нас тут варвар какой-то, викинг, рыцарь. А, так они, значит, донатные. А почему же они тогда давались бесплатно тебе в режиме выбора? Друзья мои, случайно нажал, но тем не менее я получил награду. Ну, посмотрел видосик. Забрать. Ох, лучник у меня появился. Надеюсь, его-то я могу взять. Как-то странно все здесь происходит. Тут герои. Все по отдельности. Ладушки, мы с тобой идем на очередной рейд. У нас здесь два гоблина. Ну, посмотрим. А слушай, я же мог бы прокачать, верно? Денег-то у меня достаточное там количество было. Надо, наверное, еще живучесть ему немножечко повысить, нашему убийце. Так, потому что его сейчас, ну, по-моему, проиграем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, фея здесь, да что она будет делать? Только себя лечить, никакого урона. Хотя, нет, не выиграла. Забрать. Так, секунду, друзья, так дело не пойдет. Живучесть я прокачаю. И, конечно же, урон. Так, урон в секунду, кстати, наверное, тоже нужно сделать. Все. Денег было много, и они очень быстро закончились у тебя. Поэтому забираем здесь гемы. И отправляемся. Блин, ну как же мне этого... Не могу. Не могу взять лучника, представляешь? Собери еще 4 карты этого героя, чтобы нанять. А-а-а, ё-моё. Друзья мои, только сейчас доперло. Нужно же 4 карты набрать, чтобы он у нас открылся. Это просто все. Врубился теперь. Поехали. Так, давай иди сюда. Фея будет сзади у нас стоять. Бой. Ну. Ну я же тебе прокачал урон в секунду. Должен бомбить здесь как самурай. Нет, он стоит просто. Лясы точит. Как мы будем с тобой драться с боссом, я ума не приложу. Такими темпами. Ну. Ну удар там устал. Да хиляй ты его. Все, отлично, молодцы, справились. Забрали. И вот это вот последний. Он с собой тащит какие-то ресурсы. Так, у нас сколько с тобой монет? 27. Улучшим атаку. Атака, я смотрю, здесь очень важно. Ну что, поехали, посмотрим, кто это. Ух, какой. Похоже, это предводитель гоблинов. Чем дальше, тем противники сильнее. Но мы справимся. Почему-то нам сказал это рыцарь, а не мой герой. Ну-ка посмотрим. Но. Так, у нас есть хил, поэтому мы имеем преимущество. Давай, 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 давай. Дожимай его, дожимай. Последний удар. Вот так вот. Фух, сосунок какой-то. Лес вокруг столицы очищен. Отлично. Держи звезду. Спасибо. Звезды позволяют производить дополнительные улучшения героям. Да? Исследуй артефакт. Артефакты делают героев сильнее. А почему на нее-то именно? А почему? Я хотел моему герою, ладно. Это что такое у нас? С 20% на 40. Это увеличивается здоровье? А для героя моего звездочки не нашлось. Молодцы, дали мне улучшение на кого. Ну ладно, хиллер тоже это немаловажно. Так что, друзья мои, в бой. Тут будет первый замок у нас на пути. Первый замок на пути. Игра довольно легкая, простая, да? В своем, так сказать, обращении. Так что, я думаю, можно тут далеко уйти. Может быть, это поначалу так. О, двойной удар сделал сразу же. Видно, это редко получается, но он все-таки делает. Видишь, ох, даже тройной сделал. Отлично. Победа. Мы с тобой собираем карточки на лучника. Скоро мы сможем его открыть. Так, давай-ка я еще раз гляну. Хочу прокачать двойной удар. И все, монет больше нету. Поехали. Так, что ж такое-то? Гемы за гемами дают. Практически за все. Но это, как всегда, в самом начале. Потом... Ёлки-палки, а вот это плохо. Это плохо. У нас тут главный гоблинов. Главное, чтобы медик хилял. Вот, видишь, как ниндзя делает? Тройной удар, и все четенько. Правда, так редко он это все делает.
Ну, давай ты, молодец. Хиляй. Ты же видишь, у него мало здоровья, нет? А, вон у нее шкала, друзья мои, наполняется. Как только она наполнится, значит, он делает суператаку. А медик лечит в этот момент. Все, я понял теперь. Ну что, у нас на пути с вами замок? Погоди-ка, нет. Так, отряд. Возможные награды. Это против меня пойдут? В сражениях со стражей используются лучшие характеристики героев. Сила вашего героя 4018. Давай проверим. Ой-ой-ой-ой, против рыцаря я вышел. Надо медика в первую очередь, мне кажется, ушатать. Если... Ох, успей попробовать. Да, друзья мои. Мне, по-моему, здесь ничего не светит. Офигеть, фиг пробьешь этого паладина. Да, фея тут, конечно. Так он их поставил вместе прям практически. Да. Слушай, я, по-моему, еще слабоват, да, получается. Ну, награда-то посмотри, какая шикарная. Ладно, пока не будем этот замок трогать. А вот этих вот я, пожалуй, проучу. Жалко, я не могу сменить героя. Я бы взял бы, наверное, паладина все-таки себе. Ну, хиллер, ну давай, ну что ты там, ну... 3 часа, надо скорость, наверное, ребята, ей повышать. Чтобы она... Во, хоть так хотя бы, ну, есть. Очень-очень медленно шкала заполняется у нее на отхил. И меня это бесит. Есть, сейчас, последний удар. Все, наказали такие. Следующий бой, так, секундочку, я заберу здесь награды. А вот здесь я хочу все-таки... Лечение, живучесть, скорость. Усилить. У меня нет таких камней пока, поэтому никакого усиления я сделать не могу. А вот лечение, наверное, можно. Тут еще ранг есть, оказывается, у героев. Ранг это хорошо, кстати. Так, магазин, зачем он мне нужен? Мне не нужен. Так, а вот здесь, я думаю, нормально стоят. Давай. Хиллер сейчас должен получше хилять, потому что я прокачал именно лечение. Но спасет ли нашего ниндзю это? По идее, должно. Так. Давай-давай этого чудика забомби, пожалуйста, мне. Скажем, разом враг все сильнее и сильнее. Так, фея подлетает. Отлично. Мы выиграли здесь. Так, это все позже. А что тут один лохмандей делает? Да я его сейчас разорву в щепки просто-напросто. Он тут нам не помеха вообще никакая. Давай, поехали. А? Ой, у него удары что-то больно сильные. Ой-ой-ой-ой. Слушай, ребят, по-моему, я погорячился маленько. А как мне его наказывать тогда? Фея, ну? Слушай, прикинь, сейчас фея победит. Молодец, малышка. Сейчас ты радуешь меня. Но если станет трудно, ты можешь начать новый рейд. И я награжу тебя за службу. Ты сможешь усилить героев и пройти дальше. Новый рейд. Будут сброшены прогресс прохождения, параметры героев, золото и уровни зданий, производящих золото. Артефакты, кристаллы и звезды останутся у тебя. Вот так тут все делается, да? Новый рейд. Угу. Вот твоя награда за службу. Удачи в новом рейде. Потрати звезды на улучшение артефактов или повышение героев. Угу. А что мы тут можем, ребят, с вами улучшить? Изучить. Так. Ты можешь обменять этот артефакт на любой артефакт у другого героя, либо перековать на другой случайный артефакт за самоцветы. Ага. Вот оно как все делается, да, значит? Ну, это, ребята, я вам скажу как. До бесконечности можно вот так вот проходить, улучшаться. Такую штуку обычно делают в кликерах. В играх, когда ты проходишь, так улучшить. Забрать 100 монет, нифига себе. Слушай, а замок-то остался, не поменялся. Так, одержите еще 5 побед в рейдах, и мне откроют рынок. Тут дальше шахты. Ох, елки-палки, тут дофига чего там будет в дальнейшем.
Так, давай заберем с тобой кристаллы. Так, я думаю, что может быть нам усилить. О, 64. То есть я только таким образом могу это получать все. Ладно. Давай мы теперь посмотрим, как все это будет быстренько у нас получаться, я имею в виду, в плане боевки. Слушай, я что-то не вижу, чтобы враг стал слабее. Или мы сильнее. Также отгребаем по полной программе. Получаем с тобой опыт. А рейд у нас с тобой начинается, опять же, перед замком. Мы с тобой до леса добрались, так ведь? То есть, получается, полностью сбрасывается, что ли, рейд? Это убивалка времени. Я бы так ее назвал, на самом деле, эту игру. Так. Специальное предложение. Нет, спасибо большое. Я... Хотя нет, друзья мои, замок-то там стоит. Значит, я просто начал вот именно... Так, тихо. Именно тот рейд. Так, а что я там прошел? После замка два боя, да? Так это ж хорошо. Это выгодно, я бы даже сказал. Не с самого начала ты начинаешь все-таки. Ну что такое? Смотри, вдвоем меня тут зажали. Давай, 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 давай. Да там, господи, есть. Фух, отлично. А нет, нет, друзья мои, все-таки заново. Потому что вот он лучник, а это наш замок. Слушай, а я могу здесь подраться ведь? Давай попробуем наказать их. Может быть, получится на этот раз. Так. Что-то мне подсказывает. Это бесполезно. Медик наш не вытягивает. У него сильнее медик. Смотри. И вдвоем главное. Они вдвоем здесь бомбят. Вот в чем соль. Жаль. Блин, ты прикинь? Слушай, а медик может затащить, по идее, потому что у него есть отхил, так ведь? А у рыцаря нету. Давай посмотрим, чем это все нам обернется. Мне кажется, фея выиграет здесь. Причем она, смотри, бомбит нехило. На 24, на 25. Рыцарь намного слабее. Да, мы выиграли. Ох ты. Вот это круто. Интересно, и для чего вот эти все ресурсы, которые мне подкинули там, а? Так, ну этого лопушка мы с тобой быстренько сейчас ушатаем. Этого лучника. Он нам здесь ничего не сделает. Вот единственное, догнать его, конечно, надо. А так он бесполезный здесь. Ну, отлично. Все. Делов-то на копейку. Да, господи, тут проходить это все 3 секунды. Зато получим еще гемчик один с твоим, да? А вот это что такое? Моментально переместиться на следующую локацию. Ты получишь за пропущенные бои. Нифига себе. А, вот так вот здесь можно делать. Слушай, так это вообще упрощает нам всю работу. Давай вот здесь заберем все. 275 монет, это можно неплохо, кстати, прокачать нашего персонажа. Так, скорость. Я не знаю, лучше урон в секунду, наверное, прокачивать. И двойной удар. Окей. Ну что же, замок строить. Это у нас... Ай, рынок. А на рынке не хватает денег. Ребят, через 47 секунд я заберу свою награду. Это будут монетки. Так, а пока у нас бой. Погнали. Опа. Тихо, тихо, тихо. Мы его должны разнести в хлам. Давай, 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 давай. Вот и все. Готов партизан. А тут у нас двое. Давай-ка вот так, наверное, поставим. Побыстрее, может быть, успеем ему навалять. Так, оглушает еще нашего брата. Смотри. Ай-яй-яй, отталкивают и глушат. Как же так-то? Ну? Ну поднапрягись ты маленько-то, ёпрасоте. Нет, нет, упал. Так, фея. Вся надежда на тебя. Слушай, ну она молодец. Так, смотри-ка, викинг. Одна карточка нам выпала. Слушай, ну я думаю, здесь бесполезно вот нападать на этот замок. Мы уже пробовали с тобой, да ничего у нас не получилось. А вот рынок я построю.
И что же он там нам делает? Производит золото, прибыль и объем накоплений зависит от уровня здания. Сбрасывается при новом рейде. Но я ведь могу и не сбрасывать рейд, так ведь? Идти до посинения, пока не упрусь куда-нибудь. Поехали. Слушай, может быть, фею уже все-таки пора ставить на место, чтобы она ходила вместе с нами, а не летала там сзади. Потому что один ниндзя здесь, ну, не справляется. А так бы летала вместе со мной и помогала бы в бою, верно? Верно. Давай, последний ударчик. Вот так вот. Так, рыцарь. Одна карточка. Слушай, я, наверное, так и сделаю. Поставлю я фею рядом с нами. Сделаем ей нормальную скорость. Поехали. Пускай помогает. Хватит ей там расслабляться позади. Слушай, ну совсем другое дело. Совсем другое дело. Единственное, что ей придется теперь выбирать. Либо лечить себя, либо лечить нас. Окей. Так, вот с этим мы, по-моему, не справились в прошлый раз. Попробуем сейчас его одолеть. Так, пока хорошо идет. Да ну, мы его сейчас просто порвем. Он вообще нам здесь не в указ. Так, что у нас тут в замке? Строить, а это что у нас такое? Так, 1000 монет нужно. Это у нас арена. Дает доступ к сражениям с другими игроками и приносит звезды. Прибыль и объем накоплений зависит от лиги на арене и уровня задания. Слушай, ну смотри, неплохо. Мы будем с собой вот эти вот камни получать. Зачем мне тогда сбрасывать рейд, если я могу вот здесь просто все это делать? Пока непонятно. Можем с тобой улучшить замок и улучшить рынок. Окей. Так, ну что, арена мне пока недоступна. Героев у нас пока маловато с тобой, новых. Продолжаем. Поехали. Так, где там у нас рейд, вот он. В бой. Ну да, ничего менять не будем. Сейчас попробуем нахлобучить их. Ну, давай. Тихо, не надо мне фею уничтожить. Сейчас фея упадет. Как так? Феюшка родная моя. Справлюсь ли я? Справился. Да, это опасно вот так вот делать. Так, может быть, ты все-таки сюда пойдешь? А феи мы все-таки скорость чуть-чуть поменьше. Как-то уж больно она прытко бежит в бой и отгребает там. Ну, здесь, конечно, тоже несправедливо, да? Против двоих одному убийцы драться, это как-то нечестно получается. Ну, давай. Одного хотя бы шлепните там. Шлепнули, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так? Забрать. Слушай, секунду, подожди, а что мы можем с тобой сделать? Отправить их вдвоем. Ну, не справятся они. У них атака очень сильная, кстати. Если бы ниндзя мой делал бы побольше вот этих вот ударов. Во, хотя бы так, уже лучше. С одним-то попроще будет. Так, что там у нас? Есть. Завалили. Так, ну что? Что это такое? Новый рейд? Нокунг. Кто это такой? Мы встретили путника, который рассказал нам занятную историю. Он видел нашего конунга в логове великанов. Тех самых великанов с Дальнего Севера? Именно. Мы думали, что наш конунг сгинул во время похода к полярной звезде. А я думала, великаны вымерли сотни лет назад. О нет. Но они ушли за полярный круг, куда не ступала нога человека. Вот если бы спасти конунга, мы бы смогли возродить непобедимую армию викингов. О да, в войне с темным повелителем крепкие воины нам бы не помешали. Поговорю с королем. Что вы медлите? Приведите викингов в полном составе. Нам нужен такой союзник. Так, спасти конунга. Вызволим конунга из логова великанов. В этом событии мы можем получить карты уникального героя конунг и желтые самоцветы. Это я, конечно, все понимаю. Конунг... Вот он, да? Но какие враги у меня на пути стоят, ты посмотри.
Ну-ка давай глянем, что он тут из себя представляет. Хотя, ты знаешь, возможно, этого-то мы забомбили. Окей. Так, давай-ка посмотрим, на что. Сила 1.38. По идее, должны уничтожить его. Поехали. Давай, родные мои, бомбим этого скелета. Фу, да он никчемный. У него, конечно, есть волна, отталкивающая моих героев. Но это его не спасает. Так, еще один вид скелетов. Погнали. Викинга я бы с удовольствием хотел получить бы. Я думаю, от него будет большой толк. Они же обычно какие-то берсами становятся, да? Ну-ка, еще разок. Это уже усиленный какой-то, а? В шлеме, все дела. Но все равно отгребет. Давай, 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 давай. Отлично. Так, у нас с тобой монет-то достаточно. Я ведь могу, наверное... Ух ты. А это что такое? Прогресс обнулится через 14 минут. А зачем его обнулять-то? Не надо ничего там обнулять. Так, у нас 165 монет. Вбахиваю все в двойной удар. Ну что... Подожди, подожди, а где Конунг? Вот он, елки-палки, я же думал, сбросил нечаянно. Но, иди сюда. Серьги в ушах, смотри, красные там. Ну что, тролль, получил свое. Так, двигаемся сразу же. Ох ты, друзья мои, впереди нас поджидает какой-то ледяной тролль. Так, ну мы его запинаем, должны запинать. Он неуклюжий какой-то. Все. Забрать. А вот с этим интересно, как будем драться. Давай-ка посмотрим. Ух ты. Ледяной какой-то. Да ну, вата. Что? Ах, у него есть устрашение. То есть мои герои убегают. Слушай, так мы уже почти дошли до Конунга. Давай, тут осталось три боя всего лишь сделать. Давай, 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 валим этого тролля непутевого. Да иди ты в лес. Почему-то я их называю тролли, а на самом деле это великаны. Ведь великаны же, помните? Фея говорила, а я думал, что великаны исчезли. А они сказали, нет, они ушли далеко на Северный полюс, к Северной звезде, типа. Вот они, великаны, от нас и отгребают сейчас по полной программе. Так, а это, судя по всему, наверное, будет босс. Мне кажется. А ну-ка. Да какой же это босс? Вата какая-то. Разбираем его даже без труда. Все? Да ладно, ты хочешь сказать, что всего лишь одна карточка мне досталась? Да, друзья мои. Тут, короче... До конца события 5 дней. До сброса рейда 11 часов. Ох ты, тут циклопы уже будут. То есть вот таким вот образом мы должны с вами собрать Конунга. Посмотрим. То есть это я должен проходить весь вот этот вот рейд полностью. Собирать карточки, собирать осколки камня, да? Тихо ты. Окей. Все. Так, дай-ка я зайду в героев. Ну да, он фиолетовый. А этот у нас желтый. Слушай, мне кажется, желтый лучше, чем, да, зеленый или фиолетовый. Это, наверное, легендарная карта. Это редкая. Это эпическая, скорее всего. Так, распределено здесь. Так, что у нас там в замке? Забрать. Забрать. 1000 я запарюсь тут копить. 255 монет. Хотя, почему запаришься? Все должно быть легко и просто. Так, рейд. Ё-моё, тут уже по 3 их будет, да ну. А как я с 3-мя-то буду драться? Двумя персонажами причем, заметь. Тихо-тихо-тихо, феюшка. Не лезь на рожон. Ты лечи меня лучше. По-моему, все, да? Нет. Завалим. Окей, победа. Ну, вот тут я даже не знаю. Как нам тут?
Было бы у нас хотя бы три героя, можно было бы еще поговорить. Блин, как же быть-то, а? Живучесть можешь прокачать нам. Так. Ох ты, эволюция. Мы с тобой сделали какую-то эволюцию за один гем. И дальше можно прокачиваться уже за обычные монетки. А ну-ка, посмотрим. Я сейчас должен стать крепким, сильным, быстрым, ловким. Куда ты пошла, фея? Фея, дура! Куда ты всунулась? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это было глупо. Это было очень глупо. Слушай, ну мне кажется, что вряд ли я здесь вообще вдвоем смогу победить. Давай еще разок с тобой попробуем. Ну, хотя бы одного вырубите. Есть. Так, этого со спины. Бомби, ты же ассасин. Вот это я понимаю. Вот это игра, блин. Так, этого олуха сейчас завалим с тобой. Все. Все реально, ребята, все возможно. Было бы желание. А вот тут, тут я даже не знаю. Крепкие ребятушки, видимо, идут, да? Поехали. Ну. Фея помогает. Может быть, мне вместо главного персонажа прокачивать лучше фею? Раз такой эффект она делает. Давай, 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 давай. Маленько осталось. Есть. Окей. Так, и у нас с тобой, елки-палки, тут ух уже... Хо-хо-хо-хо, серьезно? Да ты шутишь. Теперь их там трое, четверо. Вы как это вообще видите? Как я должен с вами здесь справляться? Да, друзья, по-моему, нам нужно идти за Конунгом. Или где-то... А где эти карточки вообще брать? Где их находить можно? Вот объясни мне, пожалуйста. Я, например, не знаю... В магазине. Так, тут обмениваешь гемы на монетки. Даже тебе не скажу, если честно, как мы здесь должны поступить с тобой. Ладно, дорогие друзья, на этой ноте мы будем заканчивать с вами этот видосик. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых встреч. Всем пока и до скорого.